Меня зовут Кристин Коллинз. 10 марта пропал мой 10-летний сын Уолтер Коллинз. Пятимесячное расследование вывело сыщиков на мальчика, которого привезли в Лос-Анджелес из штата Иллинойс. Полиция Лос-Анджелеса заявила всем, что этот мальчик мой сын. Но это был не мой сын. Вы перестали искать моего сына, а это ваша обязанность. Зачем нам искать того, кого мы уже нашли? Мэр хочет спустить все на тормозах. Вы не можете так поступить. Вы должны определить заключенную в психиатрическое отделение больницы Лос-Анджелеса. Этим вы подтверждаете, что полиция правомочно отправила вас на обследование и не несет за это ответственности. Я не подпишу. Фельдшер! Нет! Что вы, черт подери, сделали с Кристин Коллинз? Я знаю, мой сын где-то там. Я чувствую. Я хочу вернуть своего сына! Я хочу вернуть сына!